свет так прикрыть. О, танец локтей, танец пальцев. Ну так вот, четко теперь. Пока у меня есть несколько минут, давайте поговорим с вами о фильме «Притяжение». Что вы мне можете рассказать? Кто ходил, кто смотрел, кто видел, кто слышал? Мне очень интересно. Привет из Когалыма. Когалым, Калининград. Ох ты! А я где? А я тебя тут жду, между прочим. Где я? Вот тут вот сижу, жду. Видишь, я еще свеж и бодр. Так что давай. Вот это вот дела. Сидишь, значит, ждешь человека тут на съемках, а он тебе пишет. До чего прогресс дошел? Вообще не представляю. Рекомендую ли я фильм «Притяжение»? Ну да, я рекомендую фильм «Притяжение». Мне понравился. О, зашли хейтеры. Хейтеры пришли. Привет, я всегда рад вас видеть. Переобутые фанаты, я всегда вас видеть. Видеть, рад видеть вас. Привет Донецку. Завтра в плейграунд. Завтра, Костян, я в Казань. Одесса, приезжай к нам, Днепр. Да я бы с удовольствием. Но давайте вернемся к фильму «Притяжение» все-таки. Напишите, кто смотрел? Есть среди вас такие? Черт побери. Вы же ничего не слышали, надеюсь. Сейчас начнется дальнейшая съемка в перьях. О! Слушайте, вот сидишь, а тут бац, и звукорежиссер, и друзья, и знакомые, и из Якутска люди. Это... О, и Баха под... Ух ты! Так я вообще обожаю теперь эту программу. Баха, все хорошо, салам. Салам, надеюсь, что скоро увидимся с тобой. Все передайте привет Бахе. Большой привет Бахе передайте. Не забудьте сходить на его концерты в разных городах. Да-да, да-да-да. Архангельск. Во, в Архангельске в феврале еще, кстати, будем. Обязательно увидимся. В Беларуси будут концерты. Будут. Я на съемках клипа, брат. Мы на съемках клипа снимаем клип новый. Будет много клипов в этом году. А то альбом выпустил, а клипы не выпустил. Ну как так? Непорядок, непорядок. Показать свои кроссовки? Я сегодня не в кроссовках, друзья. Я сегодня в перьях и в ботинках. Когда новую песню выпустишь? Ну вот только записал. Что за клип? Да вы все увидите, но так же неинтересно. Все бы вам знать. Друзья, я уже нужен на сцене или пока нет? Окей. Босс. Да, скоро будем Архангель взрывать. Краснодар ждет. Приедем обязательно. В Якутске будет. Вот. Фильм «Притяжение». Мне понравилось, что в фильме, помимо моих песен, конечно же, снимал его мой друг Миша Хасая. Великолепный оператор. Надеюсь, мы с ним еще поработаем на других проектах. Понравилось мне... мнение о нашей стране, выраженное режиссером. Очень интересный подход.
Это я типа пытаюсь сидеть умничать и одновременно читать «Мер в перьях всегда, Стас». Одновременно читать ваши сообщения. Ты песни «Почему стал плохо писать?» Ну вот. Жизнь хорошая, песни плохие. Ну, все же наоборот должно быть, да? По вашему мнению. Оренбург. Оренбург не знаю. Бишкек не знаю. Рад вообще всех вас видеть. Вот, с Бали подъехали. Очень много людей. 3000 людей. Спустя 2 года я вернулся, став еще сильнее. Кто-то считает мой успех, а я верю в идею. Столько мифов про мою космо-одиссею. Латофаги. Что-то там толкает к забвению. В общем, это такая подстава. Все знакомые прямо сейчас здесь. От любимой до друзей. Или наоборот приятно, не понимаю. Давно с бородой. А вот все-таки, я думаю, все-таки в этом году надо начать носить усы. Салют, Пари. Знакомые из Парижа приехали. Очень хочется в Париж, кстати. Один из любимых городов. Но прежде мы снова поедем в Нью-Йорк. Каргат, каргат. Спойте что-нибудь. Такие все юмористы вообще. Вообще такие юмористы предлагают мне сделать одну монобровь. О! Даже так. Друзья, в Сочи. Привет из Сочи. Сочи, 11 февраля. Матч всех звезд. Мой концерт в рамках его. Еще буду баскетбол играть там же. Мне бы пошло что, усы или монобровь? Тан-тан-тан-тан-тан. 3240. Ну что-то непорядок, друзья. А где 5? Мне кажется, должно быть 5. Мне кажется, должно быть 5000. В общем, если кто-нибудь посмотрит 5000, выйду с монобровью в эфир. Специально отращу. Красавчик за меня болит, да. А, говорят мне не петь. А я хочу петь. Да ладно вам. На самом деле, вот прямой эфир придумали для таких, как я, которым нечего делать и которые хотят. Все-таки мнения разделились, друзья. Монобровь или не монобровь? Вы уже это определитесь. Вы вот определитесь, пожалуйста. Что там вокруг? Не могу вам показывать, что там вокруг. Мы же на съемках клипа, потом вам будет неинтересно. Почему качество не очень? Потому что здесь плохое качество связи. Сколько ни пиши, не отвечают. Как относишься к Басте? Отлично отношусь. Считаю его лучшим. Одним из лучших артистов современности. Якутск. Бро, 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 бро. У вас такие предложения, я вообще не могу. Какие еще будут предложения? Почему я не отвечаю? Я не знаю, на что я должен отвечать? На что? Вот. Я уже покушал все, что можно. Поспать уже успел 15 минут. Тебе надо с Бастой спеть. Так у нас есть Бастой трек, называется «Ракета». Просто нужно новый альбом «Гравитация» послушать. Го в Красноярск. Обязательно приедем. Сейчас всем классно.
Посмотрим твой эфир. Вот это да. Вот это я понимаю. Прямо. Время урока. Прямо. Кто-то позвонил. Кто-то позвонил. Какая настоящая фамилия у Игоря Нелла? Нелл фамилия у него. Игорь Нелл. Такая фамилия. Элванович Нелл. Игорь Элванович Нелл. Когда я спать пойду? Спать я пойду только после концерта в Айконе сегодня ночью. Сегодня я в Москве, а завтра в Казани. Поэтому вот между Москвой и Казанью я пойду. Все, пока. Всех целую, обнимаю.